Ты так плечо себе вывихнешь. Нора. Да. И как ты сумела поссориться с Айзеком? Ну так что, нашла Оуэна? Я говорила с Мэнни. Мне нужны медикаменты. А что с ним случилось? Компартмент-синдром. Предплечье раздроблено. Не ты же будешь его лечить? Мел, у нас мало времени. Боже. Почти все припасы уже упаковали и увезли. Что? Мы не зачистили нижние этажи. Там есть медикаменты? Да, наверное, но... Там те еще дебри. Прорвусь. Попадешься? Ты меня в глаза не видела. Само собой. Ладно, пойдем. Компартмент-синдром. Черт. Да. Парню повезло, что его девушка врач. Мел в порядке? Да. После разговора с Айзеком она ходила как пришибленная. Разговора с Айзеком? Когда Айзек узнал, что вы покинули базу, он всех нас допросил. Ей от него досталось. Кто-то проговорился? Нет. Нора! Куда это вы идете? За Эбби. Лодку можно отправлять. А остались еще коробки на третьем этаже. Сходите сначала за ними. Лодка набита битком. Ну не сидеть же мне тут до вечера. Ладно. Спасибо. Ушли. Ты сама-то в порядке? Как всегда. Мэнни за тебя страшно волновался. Он знает, что я здесь? Ну, скоро узнает. И что Оуэн собирается делать? Погоди. Все, пошли. Так что... И что Оуэн собирается делать без руки? Он говорил про Санта-Барбару. Он не понимает, что это разводка? Боже, мне так жаль, Мэл. Да. Мне тоже. Ну вот, на этих этажах реанимация, травматология и операционные блоки. Идеально. Ты думаешь, почему все это лежит нетронутое? Там был эпицентр эпидемии. Туда свозили первых зараженных, не подумав. Там все заросло к чертям. Зашибись. Да будет жизнь долгой. Да будет смерть быстрой. Увидимся на базе. Надеюсь, скоро. Да. Ну, я что-то немного напряжен, потому что все-таки непонятно, что там будет. Ну, короче, я к тому, что здесь может быть дофига зараженных. Так, хирургия, травматология, реанимация. Рискнем. Так, нам нужно попасть вниз, окей. Не так уж все и плохо. Сколько трупов, да? Офигеть, целой роты будет мало. Вы боролись до конца. Это какая-то жесть. Ух. Ладно, давайте пойдем. Скорая помощь. Отделение травматологии, это там.
Ну вот споры — это, в принципе, верный признак присутствия зараженных. Ой, жесть. Охренеть. Это прям слишком. Написано «реанимация». Да блин, не вовремя. Хватаем. О, замечательно. Так, на самом деле можно скрафтить вот такие зажигательные патроны. Приемное отделение. Это еще что? Черт. Так, в травмат я не пойду. Там какая-то жесть. Хирургия. Отлично. Я тебя слышу. Так, ну чё, попробуем? Куда идут эти кабели? Офигеть. Черт, эти солдаты превратились в щелкунов. Так, как здесь быть? О-о-о, ты глянь. Видите? Что-то опасненько туда идти. Сейчас, момент. Я-то не понимаю, блин. Смотрите, мы... А, вот. Вот что надо делать. Мне бы тут пригодился Лев. Или Мэнни. Да, Мэнни. С Мэнни мы бы на раз-два. Верстачок и геник. Ну что? Давайте поглядим. Может быть, прокачаем огнемет. А что, его нет, что ли? Вот это да. Так, качаем. Перезарядку на наш дробаш. Молодец, молодец. Оптика, устойчивость. Стрельба очередями. Давайте, наверное, попробуем. Хотя не уверен. Так, что-то я прям сомневаюсь, что качать. Ну давайте качну устойчивость. Фиг с ним.
Так, вырубаем щиток. И... Да. Да будет свет. Ребят, только проблемка теперь. Там, походу, все твари теперь выйдут. Блин, жалко, бомбу нельзя скрафтить. Короче, давайте я подожгу их. Так, ну отлично. В общем, отделались малой кровью. Да, пускай потратили немножко топлива огнемета. Так будет попроще. Ну и где эти сраные медикаменты? Давайте будем искать. Блин, а чё здесь так много таблеток-то? Ну, я, конечно, благодарю их. Давайте посмотрим, чё качнуть. Чёткость слуха здесь. Заточки. Улучшенные глушители пускай будут. И здесь у нас больше самодельных бомб. Ну, чем порадуете? Что ж такое? Должно быть еще какое-то место. Так, хватаем. Нет места. Так, что-то я напрягаюсь. Секунду. Господи. Ладно, пойдем. Это что за тварь? Забирай припасы и ходу. Да. О, слава богу. Лев, готовься праздновать. Ёптель-моптель, ты кто? Давай бежать, 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 бежать! Офигеть!
Давай, бегом! Сюда! Так, а давайте-ка мы побежим. Вау! Так. Вот это жесть. Лови. Да ты гонишь. Отвалите от меня! Так, Подлюк, ты где? Вот это жесть! Давай сюда. Да отвали ты от меня! Ребят, там еще один был. Его друг. Так, давайте-ка я быстренько вот это смастерю. Возьму, пожалуй, дробаш. Пойдем. Пойдем его искать. О, приветик. Блин, куда пошел? И куда идти? Вот сюда. Ползком придется. Сейчас. Хотя нет. Ах ты! Зараза! Фух, ну это все. Можно было его еще спалить. Вот и все. В жопу все.
Ладно, давайте отсюда побыстрее пойдем. Я уже не могу тут находиться, блин. Тут реально какое-то проклятое место. Так. Есть. Никто не поведется на эту дыхню. Вот он, свет божий. И воздух чистый. Надеюсь, Сера держится. Что? Они ищут тебя. Что ты сделала? Ничего. И я велела тебе ждать. Не вышло. Твои друзья тут повсюду. Ты все достала? Да. Осталось убраться отсюда подальше. Эй. Давай за мной. Привет, Элис. Да. Хочешь погладить? Не бойся. Вот видишь. Ну все. Можешь проведать ее, если хочешь. Она поправится? Да, очевидно. Привет. Они дети. Ну да. Что с нами стало? Может, мы перестали искать свет? Может. Пойду узнаю, как она. Хорошо. И опять мы с вами снова в этом госпитале. Это очередное воспоминание Эбби. А может быть, кошмар.
даже если получится, она с тобой не пойдет. Я ее уговорю. Мы нарушили правила, Лев. Ее только Эдри будет волновать. Нет, я... Почему не спишь? Да я... меняла Яре повязки. Она быстро пришла в норму. Ну да. Шрамы крепкие. Я туда и обратно. О чем они спорят? Иди к черту, Яра! Я не мог бросить тебя! Лев не хочет уходить из Сиэтла. Оуэн пригласил их отправиться в Санта-Барбару. Это на него похоже. Я думала, ты отговорила его уходить. Вообще-то я пойду с ними. Но только без тебя. Что? Он, может, и повелся на твою игру с детьми. А я нет. Да нет никакой игры. Лучший убийца шрамов внезапно подобрела. И Оуэн тут ни при чем. Да? Я не всегда поступала правильно. Ты дерьма кусок, Эбби! Всегда была. С меня хватит. Хочешь помочь этим детям? Исчезни из их жизни, пока ты ее и им не изгадила. Эбби. Модный вид. Эбби. Все хорошо? Как рука? Ну, лучше, чем была утром. Лев успокоится? Конечно. Да. Поможешь мне его поискать? Он очень взвинчен. Да. Он убежал туда, в